Всем хэштег, с вами до сих пор Бир. И да, вот чат такая случилась, у меня чуть запись вылетела. Не знаю почему. Ну, вылетела, но все же пускай. И я выложу два видео. Потому что тут большой мир будет. И сейчас будет очень много, да, заходить, что-то тут происходит. Так, ну вот такой я вот крутой есть. И такой бам-бам-бам-бам, выйдя в здание. Да. И затишье, серьезно, зеленое затишье есть? Ну чё, можно заходить уже тогда сюда в противник. А, мне не очень надо. И дом я тоже строить не буду, потому что только до стены плоти. Но, ребят, ну, до стены плоти смысл дом строить, да? Не очень удобно мне говорить. Ну, потому что там у меня секретик один, как я говорю, так. Блин, я уже хотел полететь, как обычно. Ладно, давайте сейчас зайду до такого места, где будет сундучок, и встретимся потом. Итак, вот я дошел до шахты. И я чат, не знаю, вроде как-то. А вот он, сундук есть. Ага, ладочек. Как всегда, нашел классное место, сундук, а там зонтик. Да, прикольно что. А, кстати, хочу поблагодарить того чувака, который мне предложил сделать этот арт, или как он там называется. Спасибо тебе большое, в следующий раз вас когда-нибудь куплю. Да, и ссылочку на его группу я, кстати, оставлю в описании под этим видео. Да. А нет. Господи. А я же сейчас умру, если я здесь потеряю. Господи. Я этого не хочу, знаете ли, да. Ну, кто хотел всю вещь потерять? О, господи. Знаете. Я сразу офигел. Так, мы не знаем. Вчера мне чат как-то уже разлюбилось, но и до сих пор понять, что нам будет беречь. Ну, до поры до времени. Скоро не вообще перестанет выходить. Мы именно потеряли. А выходить они будут, конечно, сюда. С регулярностью. Я надеюсь. Ну, вот смотря как посмотреть, с какой стороны. Ладно, сейчас я дойду опять до какого-то места и потом уже там посмотрим. А, да. Я еще не знаю, за кого я буду проходить. Я думаю, за лучника будет самое то, да. Я надеюсь. Ну, да. За лучника все решили. Да. За лучника. И, ребят. Тут проблемка у меня одна. Сюрикеновые. Я попытаюсь. Отстань. Фух. Я вижу. Она правого коснулась, я попал. Короче, сейчас выбросил, пойду там в пустыню. А, да, я вам, кажется, забыл сказать. Вот с этого момента мечом будет. Офигеть! Он такой зачаренный. Окей. Им больше будет нельзя пользоваться. Да. Офигеть, да как они там пробираются такая? Сейчас, вот именно с этого момента нельзя будет ничем пить, кроме лука. Да. Это все тут золотац. Ладно, сейчас увидимся. Я думаю, я тут ночь пережду. Ну, сюда никто не заберется, оттуда тоже. Ну, это не точно. Ну, а тут, правда, никто не заберется. Ну, я так думаю. И пережду ночь, и потом... Может, сейчас книжку, может, найду. Пожалуйста. Окей, а тут...
досочка. Давай, пожалуйста, не сначала. Сейчас я тут, короче, пережу, а потом я вернусь. Да. Итак, я сейчас проверю, как работает зелье затишье. Ничего. Ага. Ничего. Радио не работает. Или работает, но как-то по-другому. Окей. Еще подожду немножечко. Итак, наступило утро. Я даже хотела сходить на улицу, побегать. Так. А сейчас мне надо рубить дерево. Это срочно. Ладно, сейчас нарублю и вернусь. Итак, ребята, спустя ровно час, почти, я накопал вот столько всего. Ну как всего? Так, дерево и камень. А, это мне сейчас понадобится, чтобы сделать лук. Так, ну да, лук сначала. Так, или же бронь. Давайте бронь. Или лук. Так, лук готов. Так, бронь. И стой. Так, сразу. Хотя сразу же найти. А, она не вышла. А стрелы? Стрелы можно сказать? Все, я много стрел взял. Обычных. Сахарных. Мы залутим, когда проходим. Эй, ты. Так, и вернусь, когда сделаю очень много стрел. Вот, наконец-то я сделал эти... Сейчас. 5029 стрел. А, да, кстати, когда я говорю, что я буду за лучника играть, это, можно сказать, неправда. То, что я буду играть за стрелка, а, да, за стрелка и за лучника, за ракетчика я не буду играть. Короче, увидимся тогда, когда я что-то найду. Господи, помогите, меня сейчас убьют тут, меня реально сейчас убьют. Во, Господи, помогите мне! Лохотбар! Явно тут не будет. Надеюсь, мне тогда было хорошо слышно. Ну, я сейчас просто проверил. Как лучше говорить? Или как лучше говорить? Вот так вот? Или вот так вот?